вам слово. Это не будет моя честь, это будет честь момента мира, вот сокрытие вот, совещания. Но, в всяком случае, конечно, я хочу тоже выразить свою благодарность за очень активное участие в рамках нашего сегодняшнего состояния. Это, по-моему, уже подражение вот, первых встреч у нас были тоже в контексте нашего проекта. Поэтому я думаю, что для нас очень-очень важно, что мы получаем от вас какие-то, ну, как сказать, идеи, рекомендации, впечатления, критические даже комментарии, потому что мы знаем, что мы не все знаем. Поэтому это так важно, что мы получаем от вас еще вот такие же дополнительные, ну, как сказать, комментарии и тоже вот этого предложения. В всяком случае, что касается следующих шаги, мы будем, конечно, подготовить какие-то, как называется, минус протокол нашего сегодняшнего заседания, который мы будем тоже с вами тогда разделить. Что касается да, публикации вот этого отчета, это мы уже сказали на Динай, мы еще работаем на самой последней версии. Опять же, Терманан, еще раз большое спасибо. Это было, по-моему, очень-очень приятное, плодотворное сотрудничество. И для меня это было особенно важно, потому что довольно много информации, которую мы получили от вашего отчета, для нас очень важно, чтобы принять, по-моему, правильное решение и особенно, чтобы разрабатывать дополнительные действия в рамках нашего проекта. Поэтому еще раз очень благодарен за эти результаты, которые вы разработали для нас. И сейчас просто хочу передать слово еще Демира, кто членит нашего создания. Спасибо большое. Спасибо большое, Кристиан, команда нашего проекта. Председатель ушел, в принципе, я могу сказать, что хочу. Я шучу. Прежде всего, я хотел поблагодарить вас за то, что вы провели сегодня практически весь рабочий день сегодня с нами, несмотря на летний день, пятницу. Мне это очень приятно, потому что этот проект находится у меня в портфеле. Я, как Кристиан сегодня утром сказал, с самого начала стоял у истоков этого проекта, начиная проектной идеи. И вот то, что вы сегодня время свое посвятили нашему проекту, очень интересные мысли высказали, очень активно участвовали в дискуссиях, говорит о том, что проект действительно нужен, проект даже не нужен, а крайне необходим нашей стране и всем, и частному сектору, и ассоциациям, и международным организациям, прежде всего правительству и, конечно, людям, которые нуждаются в навыках, которые нуждаются в работе, чтобы развивать себя, чтобы содержать свои семьи. Это лишний раз доказывает, что вся та работа, которая проводилась нашим посольством на протяжении последних полутора-двух лет, была проделана не зря. Для меня это лишнее доказательство, подтверждение. И очень приятно, второй момент, также было мне сегодня отметить, что первая наша встреча была ровно год назад в парк-отеле. Большинство из участников, которых мы собирали год назад, она также сегодня участвовала активно. И я с удовлетворением ответил, что вот у нас уже сложился какой-то костяк, такой техническая экспертная группа людей, неравнодушных к этой тематике, к этому проекту. И я хочу, чтобы у нас этот круг расширялся, чтобы у нас увеличивалась критическая масса вот таких людей, которым не безразлична цель и миссия данного проекта. Но я не буду больше занимать у вас драгоценного времени. На этом я закончу, потому что и так было очень много сказано, много высказано. Спасибо Алтынай заранее за протокол
все те рекомендации, предложения, идеи, которые были сегодня высказаны. Вас благодарю за эти предложения, потому что я вот на многих мероприятиях по проектам своих участвую, и люди не всегда так активно и щедро делятся своими знаниями, идеями, предложениями. Вот сегодня у нас такой обмен мнениями, такое обсуждение состоялось. Благодарю вас. Желаю вам хороших отпускных дней, хороших выходных прежде всего, и кто собирается в отпуск, хороших отпусков. И надеюсь, что в сентябре, после каникул, после отпусков, мы с вами встретимся, и уже со свежими силами, с удвоенной, с утроенной энергией мы продолжим реализацию нашего интересного и нужного проекта «Прорастание». Спасибо.